Сегодня мы с вами объедем хотя бы часть города, посмотрим выполнение поручения, которое было поставлено по приведению в порядок. Это выкос травы, обрезка деревьев. Так, у нас запланировано куда что, с чего начнем? Кравченко. Кравченко. Ну, давайте, Кравченко — это хорошо, вот полезно нам всем гулять. Давай, это, Олег, давай пройдем, вот сейчас вот буквально на 9. Так, там кто у нас работал? Здесь управляющая компания помогала. Да. Так, возле церкви помогали управляющие компании. А кустарники тоже приводили в трапецию управляющей компании? Нет, ТК групп наше предприятие, да? Вот это вот прилегающая территория от управляющей компании до пешеходной тропинки, так? Да. А почему не выполняют? А? Кошу на дверь. А кустарники почему не приводят в порядок? Если это полностью прилегающая территория, управляющая компания, она должна полностью привести все в порядок. Давай муниципальному контролю поручение, пусть выдают предписание, устанавливают сроки и контролируем выполнение. Первое, это документ должен быть выдан сегодня до конца дня. Это предписание, да. Где стоят четкие сроки. И это не только выкос травы, весь клен, все кустарники в ту форму, в которую мы хотим. Либо это квадрат, либо это шар, ну там ничего сложного не нет, надо. Мы сегодня приступили к Кравченко и пойдем планомерно. Все, хорошо. Пришли посмотреть недовольство жителей, которые пишут в соцсетях, что никто не решает вопрос. Обращались в управляющую компанию, управляющая компания говорит, что это... Жители обращались в управляющую компанию, которая отказала им в наведении порядка. Вот тут территория это небольшая, вот дома. Давай до конца, ну даже не до конца недели, понедельник, вторник, до среды. До среды, значит, чтобы здесь навели порядок и полностью все убрали. Хорошо? Ага. Юрий Степанович, среда на контроле. Первый заместитель поручит встретиться с управляющим. У него завтра сбор с утра с управляющими компаниями по наведению порядка как на придомовой территории, так и на прилегающей, чтобы не делили на ваше и на наше. Город единый, город общий. Здесь работают, значит, здесь нам все выборы. Ну, понятно, накидали, как бы я накидал, и жители накидали вместе со мной. Так, кто уберет? Ну, по идее, это должен убрать, это транспорт, скажите. Олег Викторович, по соглашению. Это транспорт убирает или это несанкционированный свалка? Это разборная площадка. Разбор. Значит, Григорченко, звони, чтобы завтра убрал, чтобы ничего не было. До выходных выравнивающий слой. Да? Ну, я пока так. Потом выставление бордюрного камня и чистовой второй слой. Благоустройство, брусчатку на следующий год? Здесь нет брусчатки. Здесь нету? Здесь асфальтирование? Здесь. Тогда асфальтирование на следующий год? Или в этом году? Нет, в этом году фонтировал, потому что как ходить. Ну вот здесь вот на въезде, в этот угол, здесь будет мини-сквер за автобусной остановкой, ну, в том числе для всех жителей и немаловажно для ветеранов наших, которые живут в 542. И планируем на въезде поставить стелу, обозначающую, что люди, которые проезжают, въехали в город Ачи. То есть это транзит Шарыпова, Сужура, которые люди, чтобы они видели, что ехали в красивый город Ачи. Вот здесь у нас планируется. Здесь с подсветкой у нас, да, и с освещением. Как так, а работы кто у нас здесь проводит? Есть субподрядчик, он строит. Наведем порядок в городе и не захочется кидать ему 100%. В грязном доме что делаешь? Посуду не моешь? А если у тебя везде кафель красивый и аккуратно, то тебе же неохота там оставить тарелку не